Танюш, вставай, в школу опоздаешь. Папочка, да я еще чуть-чуть. Ну хорошо, поспи еще немного. Настюш, Настюш, вставай, вставай, мы опоздаем же в школу, Настюш. Мы проспали. Настюш, ходить в школу и учиться — это очень важно. Спать, что ли? Или учиться? Я и так все знаю. Я хочу быть поваром. Ну ты же ничего не знаешь. Я это есть не буду. Ну не получилось. Эх, ладно, буду парикмахером. Присаживайтесь. Спасибо. Какую прическу хотите? Наверное, как у принца. Что-то у вас плохо получается. Ну покажите, что-то получилось у вас. Что вы наделали? Где мои все волосы? Да-да. Здравствуйте, а можно мне вернуться в класс? Что, передумала?